Привет, бойцы! С вами, как всегда, Пламбер. И сегодня немножко необычное видео. Я расскажу о своем канале, как он будет развиваться, что будет в нем нового, а также проведу два розыгрыша на боевые пропуски. Так что садитесь поудобнее и приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, вот и наступил тот день, где мы узнаем двух победителей розыгрыша на боевой пропуск, либо CP-шек. Но для начала давайте поговорим о канале. Что в нем будет в дальнейшем и как он будет развиваться. Как вы помните, где-то месяц назад у меня было видео на 100 подписчиков, где мы постарались познакомиться, я рассказал немножко о себе и о создании канала. Сегодня канал значительно увеличился, и я благодарен тем, кто помогал в этом, помогал всем блогерам, которые со мной общались, это и Варзет, это и Огнянский, это и Фигара, и также Бэтгеймер, и я безумно благодарен группе ВКонтакте, которая дала старт моему каналу. Да, возможно, сейчас не столько много подписчиков, как у моих знакомых блогеров, но мы растем, мы развиваемся. Многие, кто со мной с самого начала, могут вспомнить мои старые видео и заметили, как рос канал, как рос монтаж, что видео постоянно я старался улучшать, я читал ваши отзывы, я читал ваши комментарии и старался все это внести в изменения видео. И да, друзья, я могу с гордостью сказать, мы стали лучше. Почему мы? Потому что вы все со мной. Вы все мне помогаете. Кто-то помог мне подпиской. Кто-то помог мне комментарий. А кто-то даже денежкой. Друзья, был первый стрим, и мне приятно, что мой канал поддержали и начали скидывать донаты. И да, Артурчик, это видео я посвящаю тебе. Ты просил про дробаши снять видосик, но сравнение будет чуть позже. Я над этим работаю, но такую нарезку из дробашей я тебе, естественно, заснял. Ах да, дружище Реф, я тоже тебе говорю спасибо, братишка, за то, что помог мне на наладке стрима, за то, что посоветовал мне нормальную программку. Да, бойцы, мы будем в дальнейшем улучшать наш стрим, улучшать наш канал, но для всего этого нужны финансы, и возможно это не так уж и быстро будут, потому что нужно оборудование, к тому же стриму, если стримить через телефон, нужна карта захвата, ну многие знают, что там нужно, и к этому мы стремимся, и все будет, но не сразу. Будем улучшаться, будем стремиться, у нас есть цель, у нас есть хобби, для меня хобби стал это канал. Я ему не посвящаю, в принципе, основное время, но я отдыхаю. Отдыхаю, поиграв с вами вместе в игру, допустим, либо засняв с вами стрим. Мне это классно, потому как у некоторых, да, спорт это хобби. Мне сейчас спортом нельзя заниматься, так как есть травма. Я раньше занимался, сейчас получил травму. То для меня это какая-то отдушинка, наверное, что душой я отдыхаю в игре. Придя с работы, придя с трудными такими какими-то эмоциями, я немножко выключаюсь, заходя в эту игру. Так что многие меня понимают, и, наверное, у всех тоже такая вот движуха, как и у меня. Вот такое вот видео получилось. Да, я за него не прошу поставить лайк, но тем, кто поставит, естественно, спасибо. Всем из вас я хочу сказать огромное спасибо, кто меня поддерживал. Со многими я подружился из подписчиков. Так что, друзья, всем вам огромный лайкос от меня. Ну а мы, как бы, давайте разыгрывать два боевых пропуска. Все же смотрят это видео и ждут, когда же этот Пламбер уже разыграет со своими соплями эти два боевых пропуска. Ладно, друзья, давайте к розыгрышу. Ну что ж, зайдем вот на этот сайт для проведения розыгрыша. Скопируем и вставим видео с розыгрышем. Выберем двух победителей. Ну и стартуем.
Итак, есть уже первый победитель. Первый победитель. Есть подписочка, есть лайкосик и комментарий. Здорово, мужской мужчина, я от Огнянского. Ну что, бро, я тебя поздравляю, ты выиграл боевой пропуск. Огнянскому от меня привет. Классные видосы у него, четкий парень, так что я тебя поздравляю, дружище. Ну и нашли мы второго победителя. Итак, обязательно проверяем на подписочку. Подписочка есть, лайкосик есть и вот такой вот комментарий. Ну что ж, бойцы, я вас поздравляю, вы выиграли в этом розыгрыше. Ну а для получения приза отпишитесь, друзья, под этим видео. Или же найдите меня в группе ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Ну и там уже мы решим, как и когда вам отправить денежку. Ну а с вами был, как всегда, Пламбер. Всем крепкого здоровья и до новых встреч. Кстати, пожалуйста, я стараюсь, да. Я стараюсь делать качественные видеоролики, очень стараюсь. Ну и почему-то не подписывайтесь на мой канал. Почему? Я извиняюсь, что я долго видеоролики делаю, но я объяснял уже, у меня же есть такой видеоролик. Ответы на вопросы, игра. Я же отвечал, что я не могу делать видеоролики так быстро, потому что я не могу. Сделай так, что делать каждый раз, каждый день видеоролики. Я не могу так делать. Хоть у них 26 видеороликов есть уже. 26. Не 10, не 0. Как у кого-то уже, которые 20 подписчиков, хотя у них 0. 0. 0. Вы понимаете? 0. Подписчиков. Точнее, несколько подписчиков, но ноль видео. Какая у них вот тема-то? Я не понимаю. Почему на меня не подписываются, а на тех, у кого нету видео, они подписываются.